молодой человек моряк. Кстати, мы с ним вместе эту песню пели, вот он тоже был. Где-то был, но сейчас он живет, слава богу, все хорошо. Он жив, но мы больше не встречаемся. Но суть не в этом. Где-то где Сережа, наверное. Да, он где Сережа с фарфоровым петушком. Но суть не в этом. Мой молодой человек был моряк, у нас, кстати, сегодня получается такая морская тематика немножко. Все моряки, шкиперы и так далее. Вот. Я встречалась с ним достаточно долгое время. Это очень удобно, потому что полгода вы видитесь, и все классно, вы любите друг друга, не успеваете друг другу надоесть. Потом на полгода он куда-нибудь уходит, и ты по нему скучаешь, пишешь стихи, грустишь. Но на самом деле чувствуешь себя вроде как хорошо, это такая светлая грусть, и ты один, и сам себе предоставлен, все классно. Вот. И на фоне этой большой любви ты ездишь в разные порты России, там смотришь по карте, куда его корабль направится в этот раз, когда же появится связь. Вот. Раз в 3 месяца он приходит в какой-нибудь порт, туда едешь несколько часов, вы встречаетесь, несколько часов видитесь, потом я плакала и уезжала обратно. Схема. Да. Так оно всегда и работало, в принципе. Можно сказать, что и схема. И в один из таких дней, это было в Ейске, я поехала в Ейск, 5 часов туда ехала из Ростова. Приехала с ним на встречу, он решил мне устроить романтический вечер. А он у меня, помимо того, что был моряк, он очень хорошо пел и исполнял песни великих, например, Муслима Магомаева. Вот. У него все время были минусовочки на телефоне, и он мог в любой момент там включиться, спеть. Так вот, он решил устроить мне романтический вечер, романтические несколько часов, и сделал подборку песен, которые не отвлекали бы нас от важных романтических процессов. Значит, мы сняли номер, все классно, мы купили фрукты, поставили свечи, все было здорово, мы включили плейлист, плейлист играет, все было круто до того момента, самого ответственного, который вдруг заканчивается очередная композиция, и моего молодого человека, у Дениса, у него вылезают глаза на лоб, я говорю, все в порядке, страшно там что-то прерывать, вдруг что-то не в порядке. Вот он говорит, Маша, сейчас будет Магомай. Море вернулось, город ворчали, песни прибоя, рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. Несут корабли.